Так, всем привет. Итак, извиняюсь, конечно, за такие экстремальные условия съемки, что я в головном уборе. Но сегодня у нас начал валить снег, и сегодня мы покатаемся по снегу на Геленвагене и на нашей турбо-Ниве. То есть, естественно, автомобили, ну, нельзя сказать, что они схожи в конструкции. Это рама, постоянный полный привод, это несущий кузов, постоянный полный привод, но мощность у них одинаковая практически. В Ниве у нас там 200 с небольшим, в Геленвагене 220. Но, естественно, если говорить про динамику по сухому асфальту, думаю, вряд ли Геленваген выиграет. Вот, Нива будет быстрее. И, кстати, хотел еще сделать небольшое объявление. Сегодня теоретически мы должны снимать были Калину Кросс, но из-за погодных условий, потому что там надо будет говорить много там и рассказывать, решили съемку перенести, поэтому как погода у нас станет немножечко получше, соответственно, мы ее и снимем. Вот, потом будет, значит, следующей части про Геленваген, ну, основной фильм. Сегодня мы снимаем то, как, потому что я рассказывал про эту Ниву в тест-драйве, и мы не понимали, мне самому даже было интересно, как она себе проявится на снегу, потому что моторы здесь в избытке, теперь ограничений никаких нету, теперь на любую горку, любой сугроб у нас, мы не будем упираться в мощность мотора, мы будем залезать куда, самое главное теперь не зарываться, вот, и, соответственно, страховать сегодняшнюю нашу Ниву в покатушках будет Геленваген, он ее вытащит в любом случае, в любых условиях, потому что трос мы взяли, таскали еще не такие автомобили, да, недавно вытащили он грузовик. Вот, поэтому, в общем, давайте потихонечку начнем. Итак, поле перепаханное, а сверху у нас, значит, снег. Итак, первое испытание, значит, пробуем по такому полю поехать. Чё, всё? Всё! Гелик вы уже засадили, значит. Почему засадили? В скользкую грязь попал передней ось, и все, без вариантов, так бы. Или, скорее всего, он сел на раму, потому что колеса вывесили. Сейчас попробуем, значит, Нива его вытащить, а потом все-таки поедем дальше. Давай! Рывком! Вперед, рывком давай! Давай вперед! Еще раз так же, давай! Вот, такая же ситуация. Стой, 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 ладно, не мучай, я тебя вытащу. Бесполезно. А у тебя куда цеплять?
Он Витара доехать даже отсюда не может. Давай! Он да. Вот, значит, грань между паркетником и настоящими датчиками. Ну-ка, чуть вперед, дай. У тебя местность изведа. Вставлять. У меня межосевая есть, но. У меня тоже. Нет, ты знаешь, тут реально упирается в резину все. Без шипов на летний. А, тем временем, значит, один кроссовер пытается помочь другому. Но есть вероятность, что сейчас второй сядет тоже. Давай еще назад. Назад. Еще метра три назад. Я объясняю. Я не лошара, гелик тоже клёв, но там лед, короче, проехать нельзя. Вот так вот. Попробуй в полгаза. Колеса прямо! Отлично, отлично, аккуратненько. Клево, ты снял? Класс! Так бум-бум! Ну неплохо, неплохо, да, автомобиль как бы адекватно абсолютно себя ведет. Единственное, что не хватает, конечно, это рама, а так она, не знаю, очень сбалансированный автомобиль, мне нравится. Антон, он сейчас сядет так же, как и я. Он так же сел. Портит летняя резина. А чё?
крутится. Но у него хорошо, у него постоянно все четыре колеса крутятся. Ох, какой звук, а! Я все это время нагло стою, думаю, кого просто дернуть просто. Мне нравится дергать на гелике всех. Мне хоть влево, хоть вправо. Honda, кстати, CR-V хорошо едет. На самом деле, ну что надо сделать? Ну, мне главное, скажи, куда дернуть. Просто скажи, пожалуйста, просто он сейчас сидит, машина сидит на камне. А давай к стойке его привяжем, и я за стойку чуть дерну, нет? Не нет, ты стойку погнешь. Паркета за***. Наши небольшие покатушки. По техническим причинам Нива сошла, вылетел шланг, такого сейчас в наличии нет, пока закончим, но к ней мы еще вернемся, значит, а паркетники накатались и решили вернуться домой. Одному в поле сейчас немножко мне, конечно, страшно ехать, потому что если я сейчас засяду, поле не знаю абсолютно, то вытаскивать меня будет некому. Значит, соответственно, пока покатушки на этом закончились. Я сейчас сижу и... Ну, тоже в какой-то степени какое-то получаю удовольствие от внедорожных покатушек. Какие можно сделать выводы? Ну, реально, естественно, турбо-Нива — это не одноклассник, чтобы гоняться вот с Геленвагеном, да, то есть, ну, с учетом того, что я сейчас не использовал блокировки, в одном месте я только включил межосевое. Ну, что могу сказать? То, что эта Нива едет наравне с Геленвагеном по ускорению, ну, может быть, чуть-чуть она потом там отстала. Это заслуга уже не АвтоВАЗа, конечно же, это заслуга владельца, кто построил, вот, потому что обычно Нива там 5 секунд бы рядом даже не продержалась. Очень радостно, что есть такие люди, которые занимаются этим, и причем они строят не пантопроект, пантыпроект, как они их называют, там, на дисках с обвесами, а реально скромный внешний автомобиль, который вот так вот... понять можно, что она турбированная только по звуку, вот, поэтому... Завершаем на эти наши такие покатушки. В следующий раз, я думаю, присоединяйтесь все вы. Если у вас есть клевый внедорожник, хотите погонять, пишите в комментах. Там, да, безусловно, интересуют разные внедорожники. Давайте сделаем больше видео. У Геленвагена, значит, ждите некоторые серии про Геленваген. Есть еще там много у нас уже есть что поснимать. Про техническую часть этого автомобиля, про то, сколько все стоит. Вот. Про УАЗ Патриот скоро будет серия. Мы отказались от гарантии, сделали первое ТО и поставили резину новую, значит, теперь ждите в следующий раз именно про это видео, то есть нормальную резину, не заводскую, а нормальную уже. Поэтому всем спасибо большое за внимание. Начался самое главное, ребята, внедорожный сезон, снег, это очень круто. Соответственно, ставьте лайки, репост, делайте репост у себя в соцсетях и до встречи. И ждем Калинкросс, конечно же, супер тачка для суровой России.